В роддоме области Улутау женщин с новорожденными детьми из-за нехватки мест расположили прямо в коридоре. Об этом сообщили сами пациентки в соцсетях. О том, как сейчас обстоят дела, расскажет Нуржан Танирбергенов. В коридорах с новорожденными малышами видео, размещенное в соцсетях, вызвало большой резонанс среди жителей области. Молодые мамы пожаловались, что сразу после родов оказались в коридоре. Однако врачи этого комплекса отказываются давать комментарии по этому поводу. Как вы видите, дверь закрыта изнутри, и даже на стуки нету никакой реакции. В тесноте и в обиде в этом комплексе лежали женщины и из Жезказгана, потому что роддом областного центра на 2 недели закрыли на санитарную обработку. И врачи не ожидали, что за эти полмесяца на свет захотят появиться больше жезказганцев, чем прогнозировали. В городе Сатпаев мы приняли роды у 137 женщин города Жезказган. 30 из них при помощи кесарево сечения. Еще 6 преждевременные. Состояние здоровья у пациенток сейчас хорошее. Фактов смерти матерей и младенцев нет. В последние 2-3 дня из-за того, что рожениц было много, нам действительно пришлось расположить некоторых из них в коридоре. Санитарные работы проводили до сегодняшнего дня, поэтому женщин из Жезказгана уже перевели обратно. По словам врачей, самочувствие будущих матерей стабильное. В целом, подобные взаимодействия между родильными домами двух городов – обычная практика, говорят специалисты. Но раньше бэби-бум не выходил за пределы палат в коридоры больницы. Полная комплексная санитарная обработка происходит один раз в 2 года. В последний раз проводили 3 года назад. Обычно мы стараемся переселять пациенток внутри самого комплекса. Однако по требованию СЭС мы должны временами полностью освобождать помещение для полноценной обработки, чтобы врачи потом могли работать без ограничений. Без ограничений рожать в нормальных условиях жительницы Жезказгана смогут через 2 лет. По словам представителя областного здравоохранения, к 2025 году в городе построят новый роддом на 200 мест. Его оснастят необходимым и современным оборудованием. Этот комплекс определенно решит все временные неудобства, убеждены специалисты. Нуржан Танирбергенов, Нурбол Уздыкпаев, Гульшахира Серикпаева, Хабар 24, область Улутау.